Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан. Хотел бы вам сообщить, что я открываю курсы по английскому языку в городе Астана. Сейчас ведется набор учеников. Места ограничены. За более детальной информацией обращайтесь по номеру WhatsApp. Всем приятного просмотра. Привет, это Томми Марц. Я надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня мне нужен Димаш. И мои поиски привели меня к Адажио. Итак, я буду смотреть его выступление на Сингере. Это видео 2017 года. Каждую неделю я думаю о видео, которые собираюсь публиковать. Я также думаю обо всех этих великих исполнителях, о всех певцах, чьи видео я имею честь посмотреть. И я часто думаю о Димаше. Размышляю о его таланте, о его невероятном чувстве ритма, контроле, вибрато, о его переходах с головного голоса на грудной, и в целом о его музыкальном мастерстве. Он, бесспорно, один из лучших. Это на самом деле так. И еще дело в том, что в эти выходные я взял и опять пересмотрел эти выступления, все его видео, на которые я уже делал реакции, просто для того, чтобы посмотреть на это другими глазами и более сосредоточенно. Потому что, когда ты смотришь на это в первый раз, то тебе сразу шандец. Ты просто не в понятках, что это было. Но посмотрев это во второй раз, он же такой особенный. И мне не терпится приступить к этому видео. Давайте сделаем это прямо сейчас. Вы и я. Ехала. Песня называется «Адажио». Опа-на, он за пианино. Он играет на пианино. Прекрасно. Я так взволнован. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. Какой же контроль. Какая мощь! О, да! You know where to find me.
Вот так впечатление. Это был его папа? Кто-нибудь, скажите. Я не смог нормально разглядеть. Да, дружище, это ж немыслимо. Это ж прям мандраж. Всем нужно пропитаться Димашем. Все должны это посмотреть. Я вот о чем. Всем нужно посмотреть хотя бы одно видео. Я ничего не обещаю. Но если ты посмотришь одно видео, тебя занесет туда с головой по пятки. В одном из прошлых видео я сказал «Димаш великий». А это видео я, наверное, назову «Димаш могучий». Такая мощь исходит из его голосовых связок, вырываясь в этот мир, вырываясь в каждого из нас. Неимоверно. Тут есть момент, который мне очень понравился. Когда он быстро скинул свой наушник. Когда ты в наушниках, и тебе нужно что-то исполнить. Даже когда ты в студии, тебе нужно немного их сдвинуть, чтобы слышать свой голос. Я уже тогда понял, что он собирается сделать что-то нереальное. И он это сделал. Он такой напористый. Этот звук, который рождается в его голосовых связках. Я так хотел приберечь это слово. Но тут все настолько непостижимо, что для него это слово подходит, прям четко подходит. Потусторонний, его голос — это что-то не из нашего мира, это нечто. И еще вот что, ты теряешься в нем. Вот когда смотрю его, я забываю, что тут камера, и это реакция, так как мурашки, волосы дыбом и мороз по коже от него. Это и есть настоящая красота. И он еще на пианино играет. Я не знал об этом. Нет предела его талантам. По крайней мере, я так думаю.